Друзья, всех приветствую, меня зовут Евгений, вы как всегда на канале «Попади в десятку». Сегодня на обзоре у нас пружинно-поршневая пневматика от компании «Крал» СМЕРШ R5N07 Амбарил 6,35 мм. Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишись, поставь лайки, прокомментируй видео. Все эти простые действия нам помогут в развитии канала и делать больше клевых обзоров. А мы начинаем. Интернет-магазин «Попади в десятку». Образец произведен компанией «Крал» и относится к пружинно-поршневой пневматике. Выстрел происходит благодаря высвобождению воздуха при помощи специального поршня. Стреляет винтовка воланчиковыми пулями калибром 6,35 мм через нарезной ствол в одиночном режиме. Для воспроизведения выстрела винтовку необходимо переломить, вставить пулю, и только потом мы готовы к стрельбе. Из штатных прицельных приспособлений наблюдаем мушку и целик с фиброоптическими нитями. На верхней части корпуса мы видим мультипланку, куда можно и нужно устанавливать оптику, как это сделал я. Тыльник выполнен из резины, а корпус из металла. Ложи изготавливают из ударопрочного полимера. Такая комбинация дала вес нашему образцу в районе 3 кг 300 грамм. Предохранитель у данной модели, конечно же, есть, и он находится в зоне спускового крючка. Общая длина обозреваемого товара 1220 мм, из которых 455 это длина ствола. По заявлению производителя, скорость полета снаряда достигает 305 метров в секунду. Для российских пользователей винтовка продается ослабленная с разрешенной мощностью в 3 джоуля, что полностью соответствует правилам Российской Федерации по свободной продаже или покупке данного товара. Проще говоря, для того, чтобы приобрести данную модель, не потребуются дополнительные документы, разрешение или регистрация в Росгвардии. Вот так просто прямо сейчас можно прийти к нам в магазин и сделать покупку. А еще проще это сделать онлайн. И раз уж мы заговорили за интернет-покупки, давай я расскажу тебе, где сделать это проще всего. Приобрести данный товар можно у нас на сайте, и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А если у вас уже есть данная модель, то поделитесь впечатлениями об использовании. С вами был Евгений. До скорых встреч!